Продолжаем работать по пункту второму. После создания в WebAssembly Composer элемента конструкции земляного полотна, далее моделируем коридор по прямому участку проектируемой дороги с 788 пикета по 796. Дальше по этому коридору будет сформирована поверхность земляного полотна, разбитые оси сечений, выведены поперечники и рассчитаны объемы земляных работ по сечениям и призмам. Я открываю файл с исходными данными. Здесь за другим компьютером не вынес еще favorites данный проект. Найду его. Так, вот. И drag and drop в избранное. Теперь можно получить быстрый доступ к файлам проекта. Прихожу в исходные данные и открываю файл, сделанный в Civil 3D с профилем и с трассой по основной дороге, по осевой. Этот файл у нас и останется исходным. Он был сделан более ранней версии Civil 3D 2014, насколько я понимаю. Нет того набора дополнительных стилей, которые есть в шаблоне 2017 версии Civil 3D AutoCAD, Civil 3D Metric и других шаблонов, которые идет в поставке программы. Ну и идеологически, значит, мы сделаем проект, который будет связан с исходными данными, с объектами в исходном чертеже с трассой, с профилем, там, где можно будет менять геометрию этого объекта. А в другие чертежи проекта будут создаваться так называемые быстрые ссылки, то есть ссылки на объекты Civil 3D, которые позволяют использовать данные объекты трассы и профили для построения коридоров. Но в этом чертеже сами объекты будут вставлены в виде ссылок, ссылочных объектов, то есть можно будет менять, управлять их внешним видом, но нельзя будет менять их геометрию. Ну, собственно говоря, это пока у нас загружался файл, я озвучил действия по созданию быстрых ссылок. Далее, определяясь с проектом, в навигаторе перематываю к нижней части окна навигатор, там где идет работа с быстрыми ссылками. Ну, можно найти просто таким образом, нажать минус рядом с названием чертежа в навигаторе, сворачивается объектная модель чертежа, следующий пункт — быстрые ссылки на данные. Нам нужно указать, первым делом задать рабочую папку, в которой будет идти работа. Я выберу папку данного проекта, окей. В прямоугольных скобках пусто, здесь еще нет папки быстрых ссылок на данные. Я эту папку создаю, создать папку проекта быстрых ссылок на данные. Она будет создаваться внутри папки проекта. Так, и назову ее ссылки. Окей. Если посмотреть через проводник, у нас получается в папке проекта появилась папка ссылки, в которой есть shortcuts, директория и папки объектов, где объекты хранятся, ссылки на объекты хранятся в формате XML. Значит, у нас в исходном файле есть поверхность фактической земли, существующего рельефа, осевая трасса, некоторые трассы по съездам и продольный профиль по осевой. Сейчас я по всем этим объектам создам ссылки, быстрые ссылки в нижнем разделе навигатора, быстрые ссылки на данные. Нажимаю на фразу быстрые ссылки на данные, создать быстрые ссылки. Значит, ссылку на поверхность фактической земли, трассу, ось поверхности, проектная поверхность. Далее. Так, почему-то два профиля. Трассы съезда пока добавлять не буду. Окей.
коллекции быстрых ссылок заполнились, есть теперь ссылка в коллекции поверхности на фактическую землю, трасса осевая, внутри нее профили, поверхности и проекты. Ну вот одна из причин, почему я хочу работать с ссылками. Объект большой протяженности, продольный профиль, объект трассы большой протяженности, продольный профиль тоже имеет большую длину. Вот, и значит, на моем ноутбуке какие-то действия могут достаточно иметь долгий отклик, и работа ссылками позволит облегчить работу с данными. Так, ну, наверное, профиль 2 не нужен. Так, ссылки мы создали. Исходный чертеж, в принципе, можно закрыть. Сохранение. Далее я создаю новый файл. Создать. На основе шаблона AutoCAD CU 3D MicroFlux. Есть другие специализированные шаблоны. Русские для проектирования генплана дорог, труб, железных дорог, для оформления, геодезии. Это один из моих собственных шаблонов. Открываю. Основной шаблон AutoCAD CU 3D MicroFlux. Создается новый чертеж, и в нем сейчас появятся ссылки на объекты поверхности, фактическая земля. Я присоединился автоматически, естественно, в новом чертеже к проекту. Фактическая земля. Создать ссылку. Окей. Собственно, если нужно указать адрес, конечно, нужно всегда проделать этот путь, задать рабочую папку. Если папка проекта, если ссылка на данные уже создана, нужно вот указать задать проекту, выбрать ссылки, окей. И появится коллекция заполнения объектов, по которым можно создать ссылки в рамках данного проекта. Данил щелкнул колесико мышки. Поверхность существующего рельефа. Добавлено чертеж. Дальше открываю трассы. Трассы осевых линий. Ось. Создать ссылку. Поставлю оформление. Окей. Дальше раскрываю профили. Профиль проектный. Создаю ссылку. Там у нас будет иметь стиль проектный. То есть будут разные цвета. И ординаты в точках вертикальной геометрии. Окей. Поверхность 1. Создать ссылку. Профиль поверхности без меток. Окей. Профили пока у нас не отображаются чертежи, потому что нет вида профиля. Объекты, вставленные в чертеж, объекты ссылочные, они имеют рядом со своим значком в навигаторе специальную маркировку, то, что это ссылка. По правой кнопке мышки есть, по щелчку правой кнопки мышки по названию объекта есть команды, связанные именно с ссылочными объектами, синхронизировать, освободить, то есть разорвать ссылку. Если мы выберем объект трассу, то редактирование невозможно. Редактировать геометрию. Даже такой команды и нет у нас. А если сверху редактор геометрии открыть, будет заблокирована возможность вызова инструментов. Дальше создам вид профиля. Ну, ограничусь вот в таком виде. Пока. Дальше, когда будем работать с водоотводами, уже более внимательно
приступим к заполнению под профильной таблицы. Когда уже будут данные по водоотводам, по привязанности левой справа. Продольный профиль появился. Чертежи. У нас, получается, есть исходные данные для моделирования коридора. Есть трасса, есть поверхность рельефа, есть профиль. Сейчас я сохраняю чертеж. И создаем конструкцию, которой не хватает для формирования модели коридора. Команда с вкладки «Главный», панель «Создать проектные данные», «Создать конструкцию». Выбираю свободную область чертежа, кликаю левой кнопкой мышки и в открытом окне создания конструкции задаю наименование конструкции. Будет аналогичный элемент конструкции из импланта 1. Тип конструкции с разделительной полосой, двускатной дорогой. Стиль конструкции, стиль набора кодов оставляем пока как есть по умолчанию, потом сформируем свой собственный стиль набора кодов под наши коды определенные в Subassembly Composer. Окей. Указываем положение базовой линии конструкции и теперь в конструкцию добавляем элемент конструкции из импланта 1. Щелкаю в инструментальных палитрах на название элемента конструкции. Сейчас программа соображает и даст мне в конце концов возможность выбрать базовую линию конструкции для присоединения элемента. Вот, открылся окно свойства, поменялся маркер, щелкаю на базовой линии и вижу конструкцию уже с элементом. Escape, забрасываю команду, закрываем инструментальные палитры, чтобы не мешали. Теперь у нас получается здесь есть свои коды при выборе элемента конструкции чертежа через правую кнопку мышки свойства элемента конструкции. Коды. Эти коды не распознают текущий стиль набора кодов. Не работает, но на самом деле не сколько нам хотелось бы сейчас настроить видимость типового поперечника, сколько тех линий, которые будут характерных линий, которые будут представлять в плане коридор. Эти линии будут соответствовать кодам, полоса движения, полоса усиления и так далее и тому подобное. Сейчас я открою кодировку, картинку с кодировкой. Возвращаемся в 3D. Значит, сформируем коридор. У нас получается пикеты 788796. Создаем коридор. Пикеты можно будет создать в дополнительном окошке, которое открывается при установке галочки внизу задать параметры базовой линии и областей. Создаю имя коридора. Как раз по пикетажу 788796 будет создаваться коридор на основе базовой линии с трассой и профилем. Трасса ось, профиль проектный, конструкция землеполотно 1, целевая поверхность, конечно, нам нужна будет для работы элементов выхода на рельеф, указываем фактически земля. Окей. Установленная галочка привела нас в дополнительное окно параметры базовой линии областей. В этом окне мы видим, что у нас есть базовая линия по
оси и проектному профилю. По всей длине работы сейчас трассы область. Мы эту область сокращаем до пикетов. Можно указать на экране. В плане можно ввести в командной строке 788 плюс 00. Enter. И конечный пикет 796 00. Я уже не на кнопочку нажимаю, а вот просто в поле ввожу. Так, дальше поставим частоту пока ставки конструкции побольше, на прямых участках 50 метров. Так, у кривой переходной у нас там не должно быть ничего, но на всякий случай сейчас поставлю 25 25, вдоль вертикальных кривых 25. Окей. Так, это где-то не находится поверхность. Может быть, не хватает поверхности. Коридор. Найду через навигатор. Раскрою коллекцию коридоры. Коридор. Показать. Значит, вот участок с 788 по 796 пикет. Коридор построился. Здесь у нас работают разные, видно, типы конструкции с разным уклоном. Все линии пока отображаются одинаково. А, ну вот у нас тут получается не хватает поверхности и винты не достроиваются. Получается полка, выход на рельеф. Здесь наверняка получается выемка. Обочины. Так, ну вот нам бы хотелось, чтобы все эти линии выглядели как-то более привлекательно, больше как нужно. Я посмотрю, как нужно по исходному файлу с планом трассы. План трассы здесь у нас получается в исходных данных, мне переданных не в координатах, а с разбивкой в модели на листы. То есть дальше их нужно будет хорошо вместе сшивать, сажать в координаты. Это, собственно, проделаю видеоролики. Так, у нас получается отображаются трассы по оси, отображаются линии края проезжей части, кромка обочины. Ну, мы дополнительно сейчас покажем и полосу усиления, крепления, и краевую, и центральную, разделение между полосами движения. При необходимости ненужные линии можно будет отключить. Начнем именно со слоев автокада. Создадим слои автокада, которым будут привязаны стили характерных линий, которые будут работать по кадам точек в коридоре. Открываю диспетчер свой слоев. И создаю слои для 3D линий. Только начнем, чтобы их можно было найти легче с дефиса. 3D линии проезжей части. И настрою вес линии и цвет слоя. Порядку у нас выйдет
оси работать как отображение ограждения. Выберем специальный тип линии сейчас. Ось. Так, ну пока далеко бегать не буду. В принципе, можно загрузить файл. Адрес UC. Программ файлос. Autodesk. Autodesk 17. Саппорт. Вот тут есть типы файлы с типами линий для топосъемки по ГОСТу 21204. Отображение генпланов. Можно найти сейчас ограды. Металлические. Выбрал тип линии, окей. Вес 0,4. И продолжаем в том же духе по всем остальным слоям, которые требуются для отображения коридора в плане. Все необходимые слои созданы. Дальше я создаю под каждый слой стиль характерной линии на вкладке «Параметры окна Toolspace области инструментов», раздел «Общие универсальные стили», «Стили характерной линии». Создаю новый стиль. Так буду уже и называть как слои, идентично. Определение оси, отображение, слой, соответствующим названием, по слою, все настройки цвета, типа, веса, линии, это отображение в плане. В принципе, можно настроить и в модели. Такие же параметры. Я сейчас для ускорения не буду этого делать. Оставлю только план. Окей. Стиль есть. Дальше на основе него создаю новый. Через команду копировать. И также пробегаюсь по всем. Настройка. Окей. Копировать. Закрываю диспетчер слоев. Закрываю. Сворачиваю стили характерных линий и открываю стиль набора кодов. Сейчас я создам новый стиль набора кодов. Так вот, чтобы сразу понятно, что это был наш рабочий. Так, коды. Получается, кодов пока у нас здесь никаких нет. Это новый стиль набора кодов пустой. Можно справа внизу щелкнуть на кнопку импорт кодов и выбрать в чертеже элементы, конструкции, элемент конструкции или всю конструкцию целиком. Щелкнем на ремонт, Enter. И установленные коды в элементе конструкции, которые были определены с Assembly Composer, попали в стиль набора кодов. Значит, звено у нас будет иметь код основной. Стиль показывается как основной. Можно перенастроить
есть единственный порт вина ZP. Так. Основной будет замплатно. Создам слой поперечный профиль. Настройки слоя. Его настройка в модели, в плане, в сечении тоже такие же установки. Слой уже создан. Проходим полотно. Слой по слою. Окей. Стиль задан. Теперь, так, для нет кодов надо будет менять тогда, пусть будет стандартно, и по умолчанию тоже стандартно. А теперь коды точек, вот они у нас тут в основном. Я не буду настраивать, какими метками они отображаются в плане, в поперечнике типовом. Обращу внимание на стиль характерных линий. Так, выход на рельеф. Ну и пройдусь, собственно, по всем кодам и назначу созданные стили характерных линий. Выход на рельеф. Краевая полоса укрепления. Для полос укрепления сделал один стиль, один слой. P1 это первая полоса, стиль полоса. P2 это край проезжей. Так, нет, P2 это не край проезжей части. P2 это получается край полосы укрепления. Так, полоса отвода. Полоса отвода. Я буду этот параметр обнулять, поэтому оставлю пока основная характерная линия. РП. Разделительная полоса. Это линия РП. Окей. Изменилось отображение звеньев в типовой конструкции. Коридор. Чтобы изменил свой внешний вид в плане, значит, нам потребуется, ну, во-первых, вернуться в стиль набора кодов и для звеньев раскрыть для редактирования стиль звена на полотно. Отображение в плане сейчас получается установлено отображение красным и вес линии по слою. Я поставлю вес линии меньше 5. Окей. Вот, будут не так агрессивно отображаться. Но характерные линии пока не изменились. Вызываю свойства коридора. На вкладке коды стиль набора кодов. Три восклицательных знака, созданный специальный стиль набора кодов. Ограждение сразу бросается в глаза. Редактировать точка. Ось. Это линия ось. Значит, здесь у нас масштаб типа линии будет поменьше. Допустим, так, 0,2.
Окей. Нормально. Линия отображается в соответствии со стилями. Можно через свойства слоев управлять отображением. Вот, например, здесь установлено для разделительной полосы центра line тип линии. Можно поставить такой вот центр с большим. Можно, конечно, поменять вес линии. Край проезжей части сделаем еще более жирный. Так. Точка. КПУ, КПУ. Здесь вот я неправильно поставил стиль. Нужно на край проезжей части. Окей. Наверное, перевыбрать надо действительно. А вот теперь получился эффект. Для того, чтобы влезла конструкция в отведенный рельеф, я сейчас изменю параметры конструкции, изменю значение откоса, который строится от и до кювета. Так, у нас здесь получается проектный профиль разрешается над существующим. Рабочие отметки не настроили, то есть здесь строится только нас, наверное, да. Значит, все хватает, получается, на этом участке. А вот здесь у нас как раз вот не хватает после кювета поверхности для выхода на рельеф. Вот этот параметр сейчас мы и подправим в конструкциях, взял полотно. Свойства, выбирая на вкладке построения элемент полотно 1 и ищу откос выход на рельеф. Сейчас стоит 1 к 2. Выставлю параметры 1 к 1,5. Окей. Коридор, естественно, нужно перестроить после изменения исходных данных значений свойства конструкции. Но все равно получается не хватает этот рельеф. Посмотрю через редактор сечения коридора. Перейду к редактору сечения, щелкнув название коридора правой кнопкой мышки. В редакторе сечения выберу пикет 788.00. Угу. Понятно, здесь все вычисляется разрешение проектного профиля над существующим. Такое, чтобы строилась выемка с кюветом. То есть, значит, применяется конструкция типа 1 с кюветом и выходом на рельеф. В нашем случае существующее землеполотно имеется. Естественно, кювет построить невозможно с таким уклоном. Здесь должна, по идее, формироваться насыпь.